7 апреля в Центре латышской культуры прошел семейный конкурс «Попади в сотню». Он был посвящен столетию независимости Латвии и собрал 4 даугавпилские семьи и их болельщиков. Дети, родители, бабушки и дедушки с интересом включились в различные интеллектуальные соревнования. Мы решили принимать участие в конкурсе, потому что нам нравятся как настольные игры, так и разные соревнования на сообразительность, да и вообще конкурсы. Конечно, для детей это большое приключение. Они первый раз участвуют в такого рода мероприятии, и для них это очень большое позитивное эмоциональное переживание. Конкурс получился в результате сотрудничества Даугавпилского университета и общества «Культурный артефакт». Их представители провели захватывающие игры, заражая всех оптимизмом и верой в успех. Я в каждом конкурсе жду веселья. Мне кажется, так оно и будет. Мы очень надеемся, что конкурс сделает семьи крепче. Хотя они и так очень крепкие и сильные. И это будет стимулом для новых подобных встреч. Это было и весело, и интересно. Семьи показали свою эрудицию, знания, связанные с историей Латвии, отвечали на каверзные вопросы ведущих и узнали много интересных фактов о нашем государстве. Хочется верить, что конкурс станет традиционным. В нашем городе проходит много интеллектуальных игр на русском и английском языках, и очень мало на латышском. Надеюсь, что это будет игра, которая станет ежегодной или будет проводиться даже чаще. Мероприятие подобного рода – хорошая возможность, интересно и полезно провести время всей семьей. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.